На ранних этапах разработки на Волге было много бандитских патрулей днем и блуждающих электрических аномалий ночью. И все бы ничего, но утром и вечером они встречались. Бандиты храбро бросались на аномалию, стараясь ее застрелить. Привлеченные шумом зверолюди бросались на бандитов, а аномалия сжигала всех. В итоге игрок в одиночестве бродил среди гор обгоревших трупов. Поэтому мы ограничили зону патрулирования бандитов, оберегая их от встреч с шаровыми молниями, так как против